Почтить память величайшего художника-живописца Аркадия Александровича Пластова в его юбилейный 130-й день рождения к памятнику пришли художники, люди искусства, общественники, молодежь, представители власти, губернатор. Народный художник СССР, лауреат Ленинской премии, Сталинской премии первой степени, уроженец села Прислониха, оставил для будущих поколений великое наследие. Сегодня открывается много выставочных событий. Для нас знаково, что внук Аркадия Пластова Николай Николаевич открывает сегодня выставку в Прислонихе. Там тоже проходит возложение цветов, молебен, посещение могилы Пластова. И выставка из фондов семьи открывается в Прислонихе. Крестьяне, жители. Мастер при жизни стал признанным классиком живописи. В Ульяновской области чтут его имя. Его картины ульяновцы и гости региона могут увидеть в музее Пластова в Ульяновске. Музей-усадьбы есть и в Прислонихе, на родине мастера. У нас проходит ежегодная «Пластовская осень». Это международная ассамблея, где приезжают известные художники, где проходят лекции, симпозиумы. Также у нас проходит в это время и международный пленэр «Мир на кончике кисти», где участвуют художники из разных регионов России. К слову сказать, памятник Пластову в Ульяновске тоже юбиляр. Его торжественно открыли в день рождения Аркадия Александровича в 2003 году, ровно 20 лет назад. Памятник находится на бульваре, который носит имя народного художника. Автор скульптурной композиции – скульптор Анатолий Бичуков. Монумент представляет собой реалистично созданную скульптором бронзовую фигуру известного художника с кистью в правой и палитрой в левой руке. Надпись на постаменте памятника гласит «Великому русскому художнику Аркадию Александровичу Пластову». Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.